Всем привет! У меня сейчас идет 17-я неделя беременности. Живот просто огромный. Такое ощущение, что я вынашиваю не одного ребенка, а двойню. Реально живот такой большой. И мне еще ходить больше полного срока, так что такие вот дела. А хочется уже поскорей родить. Вышла за булочками на завтрак. Хочу купить что-нибудь вкусненькое. Самая ближайшая пекарня к нашему дому – это Пари-Багет. Ну а сейчас я зашла в супермаркет, хочу купить молоко и также нужно кое-что для деда купить. Купила все необходимое, а вот про пакет забыла. В мой пакет не все поместилось, так что несу все в руках. Иль, ты тоже хочешь? Дай ему облизать хотя бы. Вкусно? Вкусно, сына? Ой, а тебе нельзя шоколадку, сынок. Ну и вот мой черед завтракать. Муж сказал, что позже присоединится. Хочу вот такую вот булочку с сосисками сперва поесть. И здесь у меня молоко. Корейцы обычно булочки запивают именно молоком. Ну а сейчас мы все вместе поедем к остеопату. Мне хоть и становится легче, но все равно бывают иногда такие болевые приступы, что я не встать, не пошевелиться, вообще ничего не могу. Нужно это исправлять. Муж как будто надо мной издевается, но купил мои любимые шоколадки, это Kinder Bueno, а мне за 3 часа до приема остеопата нельзя ничего кушать. А мы уже выехали, у меня назначено в 3 часа, но мы успеваем. Вот мы на месте, пока ехали, Илю уснул, сильно спотел, весь насквозь мокрый. Нам прямо. Да, судя по этой вывеске, нам сюда. Вы не поверите, в каком я сейчас расслабленном состоянии. Я не снимала, конечно, во время приема.
Он длился где-то полчаса, и этого времени достаточно было, чтобы расслабиться. Мне понажимали в нужные места, сделали массаж, похрустела косточками. Да, Элька тоже хочет что-то сказать, да, сын? Что? Ой, ты тоже хотел, да? Ты тоже хотела, мама тебя не взяла с собой? Сейчас муж привез нас, я даже не знаю, кто он нас привез. Гладо. А, синцебо! Так он альпонесо! Альпонесо! О, комцогио! Муж засмотрелся на мост, и мы чуть не упали в такой вот мини-обрыв. Хорошо, он вовремя заметил и в последний момент вообще вырулил. Сам испугался, я испугалась не на шутку. Сейчас будем гулять по этому самому мосту. Это место называется Почон Хантанган Ханельтари. Почон — название города, в котором мы сейчас находимся. До этого мы были в городе Иджонбу. Мы, и я, и муж впервые здесь. Хаты хэчусэйо! Хаты хэчусэйо! Хаты! Высота этого моста 200 метров. Это еще не самая высокая точка. Но вниз смотреть страшно. Зато открывается такой красивый вид на горы. Правда, сегодня Мисамонджи, этот микропыль, сильная, поэтому особо-то гор не видно, как будто есть дымка. А вот тут река внизу. Страшно. Ну там вот под нами река. Красота. Очень красиво, но страшно. Нужно быстрее пройти этот мост. Я боюсь высоты. Еще парень пробежал, и все так трясется. Все, я не буду смотреть. Буду идти вперед. И смотреть только вперед. У меня сын вообще бесстрашный. Посмотрите. Идет по стеклу и не боится. Анабусу! 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 Красота! Ну страшно-то как! Вау! Очень красиво! Очень красиво! Ты должна идти вперед! Мы перешли на другую сторону. Здесь лестница, а у нас коляска, поэтому мы подниматься не будем. Если бы был Эрика рюкзак, еще можно было подняться. Вот карта этого места. Вот сам мост. Парк здесь большой. Но везде лестницы. Мальчишки уже идут обратно. Страшно, страшно. Нужно быстрее пройти этот мост. Вот здесь продают снизу уличную еду. Мы сейчас спустимся к этим палаткам. Погода хорошо, не холодно, поэтому можно спокойно гулять. Правда, воздух не очень хороший. Да ладно. Мы уже сделали заказ. Заказали одень, такпоки и две вафельки для меня, для Кирюшки. Такпоки. Здесь у нас одень и вафли. Кирюшка отказался от своей вафли, я ему заказала с ванильным вкусом и с нутеллой. А у меня с блубери, с черникой и с нутеллой. Не знаю, как я две съем.
Потому что мне не очень любит сладкое. Точно не будешь, сына? Да. А ты будешь? А ты все будешь, я знаю. Здесь еще неподалеку есть водопад. Мы сейчас пойдем на него смотреть. Правда, на улице становится уже прохладно, так что сходим туда, посмотрим и поедем обратно в Сеул. Ехать в Сеул нам где-то 2.5 часа, может даже 3. Геопарк. Красиво так. Нужно пройти 200 метров, и будет водопад. Здесь снимали разные дорамы. Из всех я смотрела только Kingdom. Только я смотрела не до конца. Так вот выглядит водопад. Знаете эту актрису? Думаю, многие знают. Правда, вот эту дораму я не смотрела. А вот и дорога к водопаду. Мама! Одика! Ян! Нязио, а казалмита. Нужно спуститься. Пинате. Пинате. Дорога свободна, да? О. Агисо. О, Яна, Ирива. Ноян. Ноян, Ирива, пали. Ян! Ну, Ян! Ах, не докричишься до него. Быстрее, быстрее, сына! О! Давайте с вами вместе спустимся, посмотрим на эту красоту. Давай посмотрим на водопад! Вот тут цветочки. Красивые. Главное хорошо внимательно смотреть под ноги, чтобы не упасть. А жалко, здесь вот женщина, которую мы до этого встретили, она сказала, что там проход закрыт. Это место работает до 6 вечера. Немножко не успели, совсем немножко не успели. Вау! Ян, посмотри, как красиво! Да. Вау! Красота какая! Идем с вами дальше. Ян, аккуратно! Да. Вау! Поп! А, йоги. Мунто такуна. Вау. Красиво очень. Давай еще спустимся, сына. Покидарю. Аккуратно, сына, аккуратно. Медленно, медленно. Вау, красиво как. Yeah.
вот получается вот это водопад. О, слон? Сына, загадай желание, загадай, что ты хочешь, чтобы исполнилось? А, нужно загадать желание и бросить. Пожелаю, чтобы наша семья была счастлива и здорова. Я кинул монетку. Нужно загадать желание. Я хочу большую машину, я могу еду выпить. Хочет машину. Вау! Вау! Еду? Еду 던져볼까? Ель 던져볼까? 하나, 둘, 셋! А, не, алгиссимида! Сказали, поторапливаться. Вот он, что, что? Тон? Тон. А, иссо? Тон, что, то иссо? Опсо. Ян! Аккуратней! А, все, ну все. Ну все. Кирюшка быстро успокоился. Уже забыл, что упал. А сейчас. А Ёлкадиман дэ. Ва, гу. Всё. Мы успели немножко. Немножко осмотров успели. Нас пропустили. Очень красиво. Ва. Еще сильнее? Да. Вау. Сильнее. Сына, тут не получится, она же маленькая качелька. Опа. Не родился ее. Скажи, мир родился ее. Иго? Иго норигигу аня, я. Уууу. Молодец, как там дэбо. Пацаба, я. А мусава. Мусава? Не страшно. Аня. А мусавтаго? Иже, кман! Весело? Все, давай. Сейчас остановится. Слезай. Пойдем, в машине холодно. Нужно согреться. Поли! Открывается со смотровой площадки на реку, а еще на мост, и вечером он светится. Вечером, кстати, не так бы страшно было по нему идти. Мы ехали домой, и мне позвонила Онни, пригласила нас домой. Пока еще не поздно, сейчас только 8 часов вечера. Мы решили к ним заехать. Надолго не останемся, так как завтра детей нужно отправлять в садик. А мы можем? Да, мы сейчас едем к Таранчику. Нет, да, катайся. Пойду по бабкам. Да. 사이즈 작게 하면 진짜 이뻐. 내가 이게 쉽게 이렇게 이거. 정상적인 운동 알지? 나도 근데 그거? 아니야. 부어서 촬영한 거. 초벌만 초벌만. 아니야, 아니야. 완전 더 구워 달라 했어. 완전. 예, что ты делаешь? 얘라.
дома столько игрушек нет, поэтому здесь ему весело. Вау! Что-то только нет, да, сына? Ашса? Ирома? Прошлым летом, когда я Кирилла перевезла в Корею, привезла Они и ее мужу алкоголь, и вот они его до сих пор не пили, и сейчас они выпили и коньяк, и водку. На часах 5:38 мы разбудили детей, и сейчас поедем домой. Ехать нам минут 20. Живем недалеко в этом районе.